Всем привет, меня зовут Виктория. Сегодня предлагаю приготовить куриные грудки в духовке. Также это блюдо называют куриные рулетики с начинкой. Начинка будет очень вкусная, но об этом позже. Или мясные пальчики. И в таком случае их можно приготовить не только с курицей, но и с другим мясом, например, со свининой. Преимущество этого блюда также в том, что приготовить его можно заранее и перед приходом гостей отправить в духовку. Подойдет оно как на праздничный стол, так и на каждый день. Сначала я займусь куриными грудками. Куриные грудки я промыла, просушила и разрезаю их вдоль, напополам, на две части, чтобы получились примерно кусочки вот такого размера, не слишком толстые. Затем куриные грудки я накрыла пищевой пленкой, можно воспользоваться пакетом. И буду отбивать их с двух сторон. А пока я стараюсь и отбиваю, не забудьте подписаться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. С одной стороны куриные грудки я отбила, перевернула, наложила пленку и отбиваю ее с другой стороны. Затем нам их нужно хорошо просолить и поперчить. И добавить специи по вкусу. И прямо вот так хорошо все втираем с двух сторон в куриные грудки. Мясо оставляем мариноваться и пока займемся начинкой. Для начинки я взяла грибы и лук. Можно обжарить просто грибы, можно обжарить грибы с луком. Я буду обжаривать два варианта, и грибы просто, и грибы с луком. Сделаю на любой вкус, и с луком, и без лука. И также у меня пойдут грибы с луком в гарнир. Для начинки в емкости смешиваю обжаренные грибы, натертый твердый сыр. Добавляю 3 столовые ложки сметаны. Количество грибов, сыра и сметаны можно регулировать. Солю, перчу. Добавляю сушеный чеснок и хорошо перемешиваю до однородной массы. Этой массой мы будем фаршировать наши грудки. Столовую ложку хорошо промазываю сверху по мясу. Закручиваю в рулетик и закрепляю деревянной шпажкой. И также продолжаю, накладываю столовую ложку начинки, распределяю ровно по рулетику, заворачиваю и закрепляю деревянной шпажкой. Можно не закреплять, если они у вас хорошо держат форму. Выкладываю в жаропрочное блюдо. Духовку я уже поставила разогреваться на 180 градусов. Смазываю рулетики сверху майонезом. Подготовленные мясные пальчики закрываю фольгой и буду выпекать в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут под фольгой. Затем убираю фольгу и буду выпекать их до золотистой корочки в течение 20-30 минут. Каждая духовка печет по-разному, поэтому смотрите, не передержите, чтобы куриная грудка получилась сочная. Смотрите, какая красота у нас получилась. Выделился бульон, грудка получилась очень сочная. Сейчас я вам разрежу кусочек и покажу, какая она получилась внутри. Это замечательно подойдет, как я уже сказала, и на каждый день, так и на праздник. Получается мясо очень сочное, вкусное. А начинка это вообще отпад. Грибы в сочетании с курочкой это всегда очень-очень вкусно. Посмотрите, как красиво и аппетитно все смотрится. Очень рекомендую вам приготовить это блюдо и порадовать своих близких и родных. Если рецепты видео вам понравились, ставьте лайки, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Поделитесь видео с друзьями. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасных вам праздников и настроения. И до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.